Всем привет! Сегодняшнее видео о последних днях Сергея Есенина в ленинградской гостинице «Англитер». Со слов свидетелей. Хочу задать один вопрос. Последние часы Есенина в ленинградской гостинице «Англитер». Он был один или нет? И почему его нет в списках гостиницы? А вот свидетельство Николая Алексеевича Клюева, который рассказывал о своем последнем посещении Есенина художнику Николаю Минху. Я коротко зачитаю. Вот что Клюев ему рассказывал. «Вечером накануне его смерти меня точно кто толкнул к нему. Пошел я к нему в гостиницу, в Англитер этот. Гляжу, в номере дружки его сидят. На столе коньяк, закуски, на полу хлеб, салфетки валяются, кого-то, видать, мутило, в свином хлеву чище. Ох, думаю, зря пришел. Дружки его увидали меня, и как жеребцы заржали. Кутя пришел, Кутя. Я их спрашиваю, Сереженька-то где? А они толкать меня в дверь зачали. Иди, говорит старик, иди. Он ушел и придет не скоро, баба его увела. А на кровати смотрю, вроде человек лежит, одеялом с головой укрыт, храпит вроде. Я хотел было глянуть, кто это, да они меня не допустили. В зашей вытолкали, а на утро слышу, Сереженька повесился». Вот такая картина, не отраженная ни в каких протоколах, ни в каких документах дела. И в частности, самого Клюева тогда даже не допросили. Итак, вы посмотрели это видео, у вас наверняка сложилось какое-то впечатление. Может быть, будет пища для размышления. По этому поводу я просмотрел тоже этот фильм, и он мне очень понравился. И я написал небольшое стихотворение, посвященное этим последним часам Есенина в Ленинграде. На этот счет, глядя через призму времени. Стихи следующие. «Меня ушли, и я за это не в обиде. За что мне обижаться на глупцов? Они пророка и поэта своего убили, моим друзьям, всем преподав урок. Не принимай, мой друг, чужой игры и будь подальше от всякой голодьбы».